Так, смотрим. Тушенка говяжья, сельская кусковая. Состав. Консервы мясо растительное, тушенка говяжья, сельская кусковая. Консервы кусковые стерилизованные. Состав. Белок растительный, текстурированный. Вода питьевая, шкура свиная, жир говяжий, говядина. Лук репчатый, морковь, соль пищевая поваренная. Стабилизатор карагинан. Перец черный, усилитель вкуса и аромата, глютамат натрия, лист лавровый, пищевая ценность на 100 грамм продуктов, белок 5,2 грамма, жира 19, углеводов 3,8, энергетическая ценность на 100 грамм продуктов 867 килоджоулей, 207 килокалорий, массовая доля мяса и жира не менее 30% при закладке. Массовая доля компонентов растительного происхождения не более 17. Орел продукт, Орловская область, юридический адрес, Московская область, Подольск, Комсомольская 61, офис 412. Ну, попробуем ее открыть. Так, ну сразу видим, банка неполная. Ну, куски там на самом деле какие-то есть. Вот все желе. А мясной субстанции у нас 170 грамм. 170 грамм из заявленных 340. Это дешевая, которая? Да, это которая соевая. 30 рублей, что ли, стоит. Так, попробуем ее разогреть, посмотреть. Рада, ты будешь вылизывать? Будешь вылизывать, нет? Ну, вроде ничего, собака лежит. Так, попробуем ее разогреть и посмотреть, сколько у нас останется твердой субстанции после ее разогрева. Так, ну, довели до кипения. Теперь возьмем ситечко и посмотрим, отцедим, посмотрим, сколько же там того, тех кусков. Говядина же кусковая. Так, у нас получилось вот водичка, вот мяско. Так, взвешиваем пустую, обнуляем. Девяносто шесть грамм субстанции. Даже 92 грамма. Остальное вода. Ну, вот вся тушенка.